Всем привет, ребят, с вами Экстра Экстрим, и сегодня, да, именно сегодня, ребят, я заметил, что в деревне почему-то нет жителей. Как-то это немножечко странно. И сегодня я хочу попробовать найти их или найти какие-то зацепки, не знаю. Ну что ж, погнали! Так, ну что, погнали, в принципе, закрываем дверь. Так, ну, в принципе, я не знаю, где они могут примерно быть. Я не знаю, дверь открыта, кстати. Жители! Не, ребятки, здесь нет жителей. Жителей, я не знаю, нету. Не понял. Ребят, вы это видите? Что это? The Silence. Что это? Не, я ломаю это. Я не знаю, что это. Это тоже все ломаю. Блин. Это тоже. Это не надо ничего. Все, в принципе, сломали. Ну нафиг. Так, факел, пожалуй, брошу. Не знаю, что с факелом брошу. Так, давай, ладно. Давайте мы посмотрим в другой части деревни. Может, в этом домике, я не знаю. Так, ну-ка. Жители, вы где? Обычно в домах два жителя бывает, иногда один. Нет, тут никого, смотрите, видите, никого. Блин, что-то их тут нету. Ладно, давайте в другую часть посмотрим. Тут дверь закроем, в принципе. Так, вон там домик есть, он может там кто-то есть, не знаю. Так, ну-ка. Житель! Нет, тут никого. Может, в сундуке что-то? Да нет ничего тут. Блин. Где они могут быть-то, а? Чего? Стоп, это что такое? Так, подождите, давайте сходим, посмотрим, что это может. Подождите, это какой-то вагон. Это метро! Стоп. Походу... Как я понял. Походу, здесь было собрание, и походу тут произошло столкновение. Да. Почему она черная? Смотрите. Призрак, что ли? Она еще иногда пропадает. Ну-ка, подождите, давайте его попробуем ликвидировать. Подождите, сейчас. Это метро? Может, получится? Не знаю. Сейчас. Тут. Ну-ка, зайти можно? Зайти можно. Блин, он пропадает, видите? Так, может, тут что-то есть? Так, вагон. Ребят, только что-то было или что? Я чуть не понял. Подождите. Ну-ка, подождите, можно его ликвидировать? Подождите, может... Нет, тут по-любасу что-то должно быть. Блин, а как же его уничтожить это? Ребята, может, попробуем залезть в этот вагон? Подождите. Так, как тут залезть в него? А, вот, все, мы сели. Все, ждем, куда он нас привезет он. Блин, ребят, мне страшно уже выходить. Просто представьте, просто посмотрите, где я вот от первого лица, вот от какой-то каменный бион. Я уже, блин, у меня язык заплетается. Ребят, посмотрите, куда я выехал. Мне уже страшно выходить. Ладно, давайте выйдем, попробуем, посмотрим, что тут да как. Не, я больше не поеду. Давайте попробуем его, я не знаю, уничтожить, я не знаю. Так, все, один. Так, все, вот этот. Все. Фух, ребят, я добежал до своего дома. Ребят, у меня есть мысль. Я знаю, как воплотить метро, поезд, и я хочу кое-что сделать. Ну что ж, думаю, вам понравился данный видеоролик. Но если так, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был я, Экстрой Экстрим. Всем удачи, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем до скорых встреч.
Всем пока!